Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня мы в торговом центре Мега. Что сегодня мы будем делать? Я планирую снять два видео сегодня, в разные, естественно, дни, потому что это будет очень много. Сегодня у нас будет первое. Я подберу несколько луков на 1500 рублей. Давайте сделаем такой бюджет. 1500 рублей. Мы будем собираться с вами куда-нибудь на выход. Карусельки звенят. В общем, куда-нибудь на выход. Я постараюсь зайти в бюджетные, естественно, магазины, потому что в дорогих мы ничего не найдем. И постараюсь выбрать какие-то интересные луки, которые бы я одела, могу на свидание одеть или куда-то выйти. В общем, просто что-то супер-мега интересное. И на 1500. В общем, сколько луков наберу, столько и наберу. Пошли со мной. Кепка 595 рублей в Коллинз. В общем, в Золе безумные распродажи, очень круто. А Gloria Jeans — это вообще мой любимый магазин. И, короче, там я все равно себе взяла эти платьишки по 200 рублей, просто охренеть, да? Блин, на самом деле это так сложно, вот это вот заходить, мерить. Столько времени я уже убила на это все. Что мама уже звонит и уже говорит, все, у сына засыпает. В общем, я не знаю даже, может быть, закончить видео на сегодня. И что касается дорогого.
Я хотела сделать два отдельных видео. Одно, то есть мы ищем дорогие аналоги, но это сложнее, чем я думала. Поэтому я вам просто покажу. В магазин зашла я леди джентльмены и офигенски нашла лук. 10 тысяч рублей. Очень классный. Прям захотелось. Но у меня же шматья столько, блин, я не знаю. Но это очень круто, это очень крутой лук. Это очень крутые джинсы, кстати. Надо будет как-нибудь туда заглянуть. А вот, кстати, Love Republic, может сюда зайти? В магазине классные вещи, но только не очень хорошее освещение. 2000 рублей. Классное платье летнее. Девчонки, это просто нереальный лук. Офигенское качество джинсов. В общем, кофта стоит 6 тысяч, 5 900 с копейками. Брюки стоят 3 800 с чем-то, в общем, 4 тысячи. И сумки в районе 6 800, 7. Значит, у нас получился образ вместе с сумкой на 17 тысяч. А если брать кофточку и джинсы, то это 10 тысяч. В общем, мне понравилось, я если найду аналог какой-то такой, я сразу возьму, но качество джинсов просто, я захотела эти джинсы, единственное, что размер 27, он немного мне большеват. Ладно, мои хорошие, на самом деле я немножко не рассчитала свои силы, это реально очень тяжелый труд. В общем, я сегодня покажу вам все лукбуки, вот которые, да, были, и дорогой сюда же впишу за 10 тысяч, который получился. В общем, вы скажите, что вам нравится, что бы вы купили, как вообще вы относитесь, и, может быть, у вас какие-то будут идеи, да, как бы вообще говорите, вам нравится, не нравится это, потому что весь день нужно убить реально на то, чтобы снять луки. Я еще их так быстро поснимала. В общем, не знаю, если будут у вас идеи, говорите. Сейчас я побежала в Ашан за продуктами малому и домой. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующем видео. Жду ваших комментариев. Пока-пока.